хочу всім подякувати, як завжди, в принципі, за те, що ви проводите сьогоднішній вечір в такій компанії, а не десь вдома, там, не знаю, не в кав'ярні в якійсь львівській новенькій, яка відкрилась нещодавно, а прийшли, власне, сюди, щоб дізнатися щось нове. І в нас сьогодні, ну, дуже крутий, насправді, гість. І чи мені подобається, власне, сидіти тут, я вже сказала і Олі, і вам ще скажу, класно, ти сидиш, ставиш питання супер цікавим людям, які тебе нереально цікавлять. І, власне, я хочу перше питання тобі, Олексію, поставити більше про тебе і про твій шлях. Ну, 2009 рік, повернемося туди. Ти, ну там, директор з розвитку бізнесу Яндекса, так? Здавалося б, позиція супер-клас. Окей, зараз ми б ще посперечалися про цій ситуації, але тоді це супер-клас. І тут ти починаєш свій бізнес. Розкажи взагалі, як так сталося, що ти і найманим працівником працював, і потім і інтерпренером? Тобто, як це взагалі? Як ти до цього дійшов? Окей. Да, всім привіт! Рад всіх бачити. Немножко про вот эту всю історію моєї кар'єри. Я учился в Киевском университете Шевченко, факультет кибернетики закончил, но программистом, по сути, не работал после этого, а пошел в телеком-отрасль и работал сначала в украинском интернет-провайдере. Это была довольно интересная история. Мы строили первые интернет-каналы, заводили в Украину, спутниковые. Там я инсталлировал точку обмена трафиком украинскую первую, которая объединила там всех провайдеров. Вот потом я работал несколько лет в международных компаниях больших, телекоммуникационных, Nortel, Alcatel, Lucent. А потом, собственно, вот перешел в Яндекс. Несколько лет работал там директором по развитию бизнеса Яндекс Украина. И уже до этого момента я там основал свой первый стартап еще в 2004 году. Тогда это не называлось еще стартапами. Ну, просто я с партнерами, параллельно работая на своей основной работе, запустил там, новый бизнес, скажем так. Это был аутсорсинговый колл-центр, он до сих пор существует. Я, в принципе, там не участвую активно в бизнесе, остаюсь просто акционером. Вот. То есть, скажем так, меня начало тянуть к тому, чтобы сделать что-то свое и запускать какие-то свои проекты достаточно давно. И поработав несколько лет в Яндексе, я, в принципе, ну, скажем так, это желание только актуализировалось. В принципе, Яндекс очень классная компания с технологической точки зрения, там, с культурной точки зрения. Очень ее, в принципе, уважаю. Вот, и работать там было интересно, но всегда не хватало вот этой возможности принимать самостоятельное решение и, ну, скажем так, руководить развитием действительно продукта. Да, потому что все-таки в большой компании ты гораздо меньше можешь на это влиять, чем в собственном стартапе. Вот, поэтому, собственно, я и увидел на тот момент, в 2009 году, возможность рыночную и запустил YouScan как один из первых, по сути, первый на пространстве СНГ на тот момент сервисов для мониторинга социальных медиа для крупных брендов. Слухай, ну 2009 рік, та медіа тоді ще були не настільки, мабуть, популярні, як зараз. Тобто зараз там Facebook, Snapchat і всі інші. Кожен з нас проводить, ну я думаю, що мінімум там 2 години дня такого в латентному режимі там в Фейсбуці, в тому ж самому. Як прийшла ця ідея? Звідки ти побачив цю можливість? Скажімо так, це був такий копікет на той момент, да, перенос бізнес-моделі, яка зарождалась в Штатах, в основному на місцевий ринок. Я, собственно, читал TechCrunch и увидел там вот одну из статей о том, что социальные медиа начинают активно расти. Крупные компании, там, авиалинии, например, телеком-провайдеры, они пытаются это использовать в своем бизнесе, вот пытаются слушать потребителей, находить отзывы, инсайты. И появляются в Штатах сервисы первые для анализа, для мониторинга, для слушания вот этого всего. Я понял, что, в принципе, этот тренд придет и сюда, и так у меня появилась идея, в общем-то, сделать этот продукт. Uh-huh. Ну, а ты, если говорить снова-таки, на той час, чи була потреба, от ти кажеш там в Штатах, да, це зарождалось. Зазвичай ми відстаємо від Штатів, ну там на добрих 7 років, якщо так, по-хорошому. Інколи буває ще надовше. Але як ти зрозумів, що на це буде бізнес потреба? Як ти провалідував гіпотезу, чи взагалі цей бізнес життєздатний на ринку? Да, это правда, что, собственно, тренды к нам, ну, приходят позже, да, может быть, сейчас там не настолько позже, как 7 лет, но понятно, что с задержкой. Когда вот мы выходили на рынок, еще не было сформированного спроса здесь, на местном рынке, на такие сервисы. Как я валидировал эту идею? Собственно, по своим личным контактам среди там пиарщиков, агентств различных,
Мы сделали за несколько месяцев такой, скажем так, очень примитивный прототип, ну, там, на уровне мокапов, грубо говоря, дизайна продукта, вот, с которым я приходил и показывал знакомым, например, там, в пиар-агентство, и говорил, вот вы сейчас мониторите там, вручную какие-то медиа-источники онлайн, вот мы разрабатываем удобный сервис, который позволит вам формировать красивые отчеты, показывал как бы идею эту и слушал отзывы о том, там, сколько они готовы были бы заплатить. В принципе, они бы этим пользовались или нет, если бы такое было. Это был самый-самый первый шаг. Еще там, в принципе, до того, как мы стали технически разрабатывать прототип. Ну, вот первые отклики были ободряющие, поэтому и, собственно, я отправился в это путешествие. Ну, и, здається, як показує теорія, це був максимально правильний крок збирати відгуки кінцевих користувачів. Да, это был правильный шаг, но, скажем так, не было уверенности окончательной в том, что это будет жизнеспособным бизнесом еще несколько лет, потому что тренд, скажем так, пришел позже к нам на рынок. Сейчас мы скорее вот последние, наверное, 2 года уже обслуживаем больше входящий спрос, да, то есть к нам приходят компании, грубо говоря, они уже выбирают такие инструменты, они знают, что им это нужно, мы как бы просто доказываем им, что наш инструмент лучше, чем конкуренты, и продаем им, да, то есть в начале пути нам приходилось наоборот объяснять, зачем это нужно, и учить их, и убеждать, да? Ну вот одни из наших первых клиентов, например, это был Procter & Gamble, который уже, собственно, на уровне штаб-квартиры своей применял такие инструменты в Штатах, и их локальные менеджеры уже получили там, грубо говоря, разнарядку, что надо использовать что-то такое здесь, и мы были одним из первых там, или первым продуктом, кто к ним пришел в тот момент с таким решением, вот они у нас стали одним из первых клиентов. Что любопытно, что мы им продали первую подписку за $200 в месяц, за 199. Несказанно этому радовались, хотя потом поняли, что, наверное, с таким же успехом, с заключением контракта, вот с этим всем, с Procter & Gamble, наверное, за 1000 было бы вот точно так же. Лучше продать, да. І... Head of procurement з Procter, продів, мабуть, більше ще. Слухай, а от скажи, які у вас були етапи в розвитку продукту, ну такі там, от, якщо взяти весь час там, від 2009 року до сьогодні, які були такі ключові етапи розвитку продукту, і, можливо, були якісь суперкритичні моменти, коли ти розумів, ну все, або пан, або пропав. Ну, это связано не только как бы с продуктом, а вообще в целом со всем как бы бизнесом. С стартапом, да, с бизнесом. Да, да. Ну, скажем так, я теперь уже понимаю, что когда я запускал этот стартап, я сильно недооценил технологическую сложность и стоимость того, чтобы разработать такой вот продукт, который был бы надежный и качественный, потому что, ну, это анализ больших данных, это сложные там технологии для того, чтобы все это быстро работало и эффективно. Это стоит очень дорого и в разработке, и в поддержке, да, поэтому первые годы выручка росла гораздо медленнее, чем мы ожидали, и приходилось там, перекрывать различными способами креативными, собственно, и привлекать там дополнительные инвестиции, брать займы и там отказываться от своей зарплаты, ну, для того, чтобы проект выжил. Вот, через некоторое время мы, собственно, в таком режиме бутстрэппинга начали уже зарабатывать чуть больше. Вот, и в 2015 году мы привлекли раунд инвестиций, достаточно большой, от шведских, по сути, инвесторов, который таким стал действительно переломным моментом, когда мы почувствовали себя уверенно и вложили очень сильно и в продукт, и в команду, и фактически, ну, на сегодняшний момент стали лидером рынка в СНГ в этом сегменте. Ну, про інвесторів хочу спитати, але трошечки пізніше. А зараз скажи мені взагалі, за що тобі люди платять гроші? Та, от, там, ти приходиш до Procter & Gamble і кажеш, там, YouScan, класна штука. За що вони тобі платять зараз і за що платили там в 2009 році? Тобто, чи змінилася ця ціннісна пропозиція продукту? Она, наверное, не изменилась принципиально, она скорее развилась, да, то есть компании платят за то, чтобы, во-первых, минимизировать какие-то пиар-риски серьезные, которые связаны с негативными обсуждениями, да. Мы сейчас все прекрасно понимаем, что какой-то пост в Фейсбуке от влиятельного автора, в котором он говорит о своем негативном опыте использования бренда, он может причинить гораздо больше урона, чем принесет пользы телереклама за там, сотни тысяч долларов бренду.
Это как бы первый момент. Второй момент, все-таки компании хотят улучшать свои продукты, и они хотят находить инсайты потребительские. То есть особенно крупные бренды, они, анализируя большие массивы отзывов, находят там интересные вещи относительно того, что людям нравится, как они сравнивают с конкурентами, где они там, проблемы испытывают с использованием продуктов. Ну и поддержка в соцсетях, тоже важный момент. То есть многие компании хотят оперативно реагировать на жалобы пользователей. Вот наш инструмент помогает с этим тоже. Ну і ви зараз, я знаю, розширили портфоліо, да? Тобто у вас є оцей YouScan як основний продукт core, і далі у вас там є ще така, як це, вкладочка, і там різні ще сервіси додаткові, там як research, потім на запит тощо. Як ви дійшли до цього? Тобто був попит у користувачів, якийсь додатковий запит? Ми себе бачимо в першу чергу технологічною компанією, тобто основне наше предложення – це SaaS-продукт, на який клієнти оформляють підписку і платять за самостійне використання. Но в какой-то момент мы почувствовали спрос, в основном как раз от крупных брендов, на дополнительные услуги с нашей стороны. То есть к нам вот те же самые Procter & Gamble условные приходили и Nestle, и говорили, что у вас классный инструмент, но у нас, например, нет внутри команды людей, которая будет заниматься анализом там, миллионов этих всех сообщений. Да? И да, мы развиваем продукт, мы внедряем туда искусственный интеллект, машинное обучение, какие-то умные отчеты, чтобы инсайты находились автоматически, но все равно без применения, скажем так, аналитического ума человека невозможно все автоматизировать. Поэтому мы поняли, что хотим мы или не хотим, но нам нужно какой-то слой услуг поверх продукта предоставлять тем клиентам, которым это нужно. Потому что иначе они не готовы самостоятельно применять такой продукт. Кто-то готов, у кого-то внутри есть отделы, ресурсы, там, consumer insight, какие-то отделы исследований, у кого-то нет. Вот, поэтому мы поверх продукта предоставляем еще дополнительные сервисы в виде аналитики и упоминаний. У нас есть команда примерно из 20 человек, это исследователи, то есть социологи, аналитики, которые анализируют вот упоминания брендов и готовят, например, ежемесячные отчеты с выводами, с тенденциями, с трендами, с какими-то, возможно, даже рекомендациями. Ну, это примерно 15% нашей ежемесячной выручки. То есть это не основное направление бизнеса, но оно для нас важное. Еще и в том числе, потому что у нас внутри сидит команда, по сути, активных ежедневных пользователей, которые вот все свое рабочее время проводят в нашем инструменте. И это суперэффективно для того, чтобы получать фидбэк продуктовый. То есть нам не нужно идти к клиентам, чтобы, ну, конечно, мы это делаем, но нам не нужно, чтобы там быстро протестировать какую-то фичу, идти к клиенту. Мы можем собрать там фокус-группу своих сотрудников, аналитиков, которые работают, показать им, что вот тут будет теперь фильтр вот работать так. Вам это удобно или нет? Это нам очень помогает развивать. Ну, але вы спочатку цього не планували, це вже як побічне. Да, скажем так, нас условно заставила жизнь, я очень долго сопротивлялся, чтобы не предоставлять такие услуги, потому что, ну, все-таки компания технологическая, да, то есть развивать какое-то агентство внутри не хотелось. Но мы пытались аутсорсить это, то есть работать с какими-то внешними подрядчиками, которые бы на... Ну, для нас делали эти сервисы, и мы перепродавали бы их клиентам, но поняли, что экспертизу все-таки надо иметь внутри. И еще раз повторюсь, это очень помогает развивать продукт, потому что мы видим потребности вот этих наших собственных пользователей и понимаем, каких функций им не хватает в продукте. Это значит, что ну, остальным пользователям, нашим активным клиентам тоже эти функции могут быть полезны. Круто. Да. От тепер питання про інвестора, власне. Буквально нещодавно, ну як нещодавно, там, в розвитку бізнесу десь 2.5 роки у вас з'явився інвестор, правильно? Розкажи, це стратегічний інвестор, розкажи, як ви вибирали інвестора, чому ви взагалі вирішили отримати інвестиції і як вам це допомогло в розвитку зараз, чи там зашкодило? Це була дуже цікава історія. Мой партнер, который управляет бизнесом в России у нас, а у нас там офис 2010 года, да, мне ну, часто некомфортно там, об этом говорить сейчас, да, но... Но мы запустились там еще в 2010 году, да, и там у нас есть небольшой офис, и там достаточно много клиентов, в основном это крупные международные корпорации, там Nestle, PepsiCo, которые, ну, мониторят как бы тот рынок и платят нам за эти услуги в Украину. Кстати, они мы им платим.
что немаловажно. Вот, мой партнер познакомился там с шведским предпринимателем Матиасом, который на тот момент развивал там тоже стартап, Yale, это такие Yellow Pages, ну, аналог Yelp американского. Вот, и этот стартап был профондирован шведскими фондами большими, Kinnevik и Восток New Ventures. И мы увидели синергии между нашими стартапами, скажем так, и часть инвестиций пошла в наш проект, как такой смежный бизнес, который тоже связан с анализом отзывов в интернете. Uh-huh. Вот. И ну, мы очень рады этой сделке, потому что фактически наши шведские партнеры супер, супер комфортные, супер полезные для нас, супер адекватные. Они не вмешиваются в операционную деятельность. Ну и да, они нам дали, по сути, возможность очень быстро развиваться с этими инвестициями, вкладывать их в продукт, в первую очередь, в команду. Тобто, чи правильно я розумію, що ви зробили joint venture разом, якусь третю компанію, чи просто вони долучилися як інвестор до твоєї компанії? Вони присоединились як інвестор. Приєдналися як інвестор. Ну, і які плани тепер, куди далі рости, власне? Тому що я знаю, що якщо ти працюєш із сервісом аналізу мови, то дуже велике значення має кирилиця чи латиниця, наприклад, так? Чи плануєте ви скейлитись? Бо ви зараз плануєте на ринок СНГ, ну, тобто ви на ринку СНГ добре працюєте, але куди далі? Ми скейлимося зараз на міжнародні ринки, і, скажімо так, технологія і продукт готов к скейлингу. Тобто, на самом деле, у нас продукт, я думаю, что в десятке по качеству, по функциональности продуктов в мире в этой категории. Вот. И да, языковой аспект, он очень важный, но, скажем так, мы прокачали очень сильно свое там, machine learning, и, там, NLP, это Natural Language Processing направление. У нас внутри есть целый такой сквад, Data Science сквад, и мы вот эти все функции адаптируем для других языков. Сейчас это стало чуть проще, потому что раньше это было в основном все основано на всяких сложных лингвистических правил, там действительно была языковая специфика. Сейчас с помощью machine learning там можно подняться на уровень выше и, скажем так, одни, ну, не одни и те же, но как бы общие модели, они могут там работать на разных языках, там достаточно их правильно натренировать. Вот, поэтому, да, мы выходим на зарубежные рынки и начинаем там продавать тоже наш сервис. В основном англоязычные рынки, поскольку ну, нам проще вести бездев, скажем так, на английском языке. И ну, ментальность как бы более такая общая с, что ли, с американцами, с англичанами проще, чем, наверное, с французами, с немцами. Вот. И англоязычные рынки, они все-таки очень большие, в отличие от европейского рынка, который там фрагментирован по странам. Вот, поэтому мы выходим туда, при этом мы выбрали такое очень нишевое позиционирование. Мы понимаем, что там такой красный океан. Вот кто там читал книгу Blue Ocean Strategy, знает этот термин. То есть красный океан, где такая кровавая конкуренция, там акулы кусают друг друга, много крови. Вот, мы не хотим как бы в этом красном океане конкурировать с множеством там, международных сервисов в этой категории. Не хотим там быть одним из там каким-то 37-м продуктом с какой-то более дешевой там, например, ценой. Вот, поэтому мы выбрали такое вертикальное позиционирование. Мы выходим с месседжем о том, что мы инструмент для мониторинга соцсетей для SaaS-компаний, то есть для других SaaS-компаний. Почему так? Потому что SaaS-рынок, он очень большой, на нем очень много вендоров, и они появляются каждый день, то есть это тысячи потенциальных клиентов, и ни один из там, зарубежных конкурентов наших не позиционирует себя как вот инструмент, предназначенный для этой категории клиентов. Ну и к тому же нам просто с ними говорить на одном языке, да, мы сами SaaS-компания, мы сами используем свой инструмент для того, чтобы отслеживать, вот, например, упоминания своей компании, находить лиды, там, смотреть, что пишут о конкурентах, и мы вот эти кейсы питчем потенциальним клієнтам, таким же SaaS-компаніям, як ми. Ну як, працює таке позиціонування? Бо це дуже вузько заточене. Цікаво. Дуже вузько заточене, так. Да. Ну, ще не можу сказати, чи працює добре, чи ні, бо це експеримент. Час покаже. Да? Да, час покаже. Ми з цього року почали це робити. Ось їдемо на конференцію в Париж, SaaS Європа, яка буде наступного місяця, де плануємо привезти дуже багато потенційних клієнтів звідти. Ну, тобто там збираються SaaS-компанії, ми як спонсори виступаємо, тобто у нас буде там стенд.
будемо займатися лідогенерацією, серйозно. Круто, ну успіху. Дякую. На конференціях. Так, це хороший варіант їхати на конференції, а ще краще, кажуть, виступати. Тому що тоді взагалі відлична лідогенерація. А от ми з тобою поговорили і про інвесторів, і про продукт, а зараз я хочу тебе більше спитати, мабуть, про команду. Тому що ну, команда творить і продукт, і потім залучає інвесторів. І, власне, хочу тебе спитати, знаєш, всі люди, які сидять в цьому кріслі, вони зазвичай мають кофаундерів, так? І зазвичай хтось має одного, там двох, наприклад, ну, це стандартний кейс, двоє кофаундерів. Як ти вибирав свого кофаундера, чи ти не вибирав? Як от ти зрозумів, що це людина, з якою ти можеш робити бізнес? Супер важный вопрос. В любом стартапе выбор кофаундеров – это как выбирать мужа или жену, по сути. Больше часа, мабуть, кажуть, проводить. Да. Да. В начале бизнеса точно проводишь на работе больше времени. Вот. Ну, скажем так, я начинал бизнес тоже с кофаундером из стартап-тусовки на тот момент киевской. Вот. С таким единомышленником, который... Ну, воспринял мою идею и с энтузиазмом тоже подключился. И ну, мы работали вместе полтора года. После этого он вышел из бизнеса, потому что в бизнесе были такие tough times, да, то есть действительно было непонятно, бизнес выживет или нет. И ну, изменились приоритеты у человека, это нормально, что не все кофаундеры потом продолжают работу в проекте. Мы в прекрасных отношениях остаемся и... сохранил часть своей доли в проекте, которую потом мы выкупили, достаточно неплохо для него. Вот. После этого, в принципе, кофаундерами полноценными стали несколько ранних сотрудников, у которых были опционы, которые реализовались там, через несколько лет. И, по сути, эти люди, которые с самого начала были как наемные сотрудники, они стали на сегодняшний день вот, полноценными партнерами в бизнесе. А тоді, якщо говорити про співробітників там перших і отакі зараз є, як ти наймав людей ну, там, з кофаундером чи сам, як ти наймав їх на першій стадії розвитку, коли у вас було там до 10 людей? І як от зараз? Бо я знаю, ну, там, ти казав, що у вас уже скільки? 70 чоловік приблизно у нас. Так. Угу. Так, от чи різнилось це якось і який твій підхід? Чи є в тебе якийсь, ну не знаю, там сет, які правил там, чи ще щось, що ти розумієш, ага, ця людина фітиться в мою корпоративну культуру чи не фітиться? Тобто, як це працює в тебе? Команда вообще супер важна. Тобто, ми, у нас нет вообще цели расти просто вот по количеству людей, да, у нас есть цель расти по качеству людей. Мы очень-очень-очень тщательно подходим к выбору кандидатов и не в последнюю очередь потому, что у нас есть четко сформулированная внутренняя культура корпоративная. У нас есть вот слайд-дек, потом могу скинуть ссылочки. В принципе, это есть на сайте. У нас есть там 9 сформулированных принципов работы нашей команды. И, кстати, это тоже очень помогает привлекать кандидатов, потому что... Через презентацию реально заходят? Ну, люди, мы в вакансиях всегда пишем, что это компания с культурой, и люди читают этот слайд-дек. Приходят, говорят, что да, мне очень близки эти ценности, и я хочу здесь работать. Я как бы редко видел, что компания декларирует свои ценности. То есть это очень важно. Вот. Поэтому, да, ну как бы процесс хайринга в несколько этапов проходит. Первый такой, ну, технический. Сейчас там, я по-прежнему собеседую каждого нового сотрудника, ну, подключаясь уже на этапе там, шорт-листа, скажем так. Ну и буду еще достаточно долго в этом участвовать. По крайней мере, до тех пор, пока мы не станем, там, может быть, 150 человек. Я считаю, что время CEO как раз должно быть потрачено на работу с командой, в первую очередь. Хайринг людей – это супер важно. То есть цена ошибки очень высокая. Неправильного хайринга. Слухай, а от ну, дуже багато залежить від фаундера стартапу, там, від CEO. І я знаю, що ти закінчував KMBS, так? І скажи, чи тобі допомогла, не допомогла ця освіта? Бо дуже часто, особливо за кордоном, кажуть, ні-ні-ні, якщо ти стартапер, там не треба закінчувати там, ніякого MBA, бо тобі це якийсь неправильний фреймворк дасть, краще йди одразу там, на амбразуру вчись там і запускай третій-четвертий стартап, це краще MBA. Як от, що ти скажеш стосовно цього? Во-первых, скажу, что MBA в Америке и MBA в Украине – это совершенно разные вещи. Вот. MBA в Америке – это действительно вот такой конвейер по производству кадров для
там, корпораций и финучреждений. В Украине, скорее, это просто такое было для меня полезное, довольно эффективное бизнес-образование, которое, ну, по большому счету, позволило мне просто более уверенно себя чувствовать в роли там, будущего руководителя компании. Хотя, вот честно скажу, что большинство, наверное, из тех вещей, которые на MBA-программе в Киево-Могилянке я учил, они не применимы к стартап-миру, скажем так. То есть эта MBA-программа, она больше учит, как вот, имея какие-то ресурсы корпоративные, да, правильно их применять. Да, в стартапе ситуация другая. Как из ничего, из отсутствия ресурсов создать что-то. Вот, поэтому не напрямую применим этот опыт, но многие вещи, безусловно, были полезны. Там, в частности, понимание финансов очень важно. То есть, что такое финансы компании, как они, в принципе, устроены. То есть, это ценно. А як ти от вчишся зараз? Наприклад, ти чогось не знаєш, та я більш ніж певна, що є якісь areas, там, де ти стикаєшся і думаєш, блін, от як тут діяти? Ти йдеш до когось питаєш, чи ти там гуглиш, чи ти їдеш на конференцію, як це відбувається? Я стараюсь общаться з, скажем так, з знакомими кофаундерами, да, как-то ділитися опытом в такому небольшому, наверное, ком'юніті. В Києві, в этой среде, плюс много класних книг. Да, все-таки первоисточник там, мудрости, условно, по этому бизнесу — это, ну, Силиконовая долина, так или иначе, и там технологические стартапы. Вот, поэтому книги там, того же Бена Хоровица, наверное, это такой вот кладезь опыта, о котором здесь мало кто может, на самом деле, рассказать. Его книжка прямо, как открываешь, инструкция с использованием. Абсолютно. А какие еще ты порадишь? Ну, тобто, не знаю, там, твоих топ-3 книжок. Очень много хороших книг. Я рекомендую всем Lean Startup книгу, да, то есть я сам ее прочитал уже после того, она вышла, по сути, после того, как я запустил YouScan. И у вас да. И я понял, что если бы я ее прочитал раньше, там я бы многих ошибок действительно избежал, да. Но я думаю, что там большинство, наверное, Lean Startup читало или знакомо с этой концепцией. Я ее сильно приветствую, хотя, как и с любой концепцией, есть противоположные взгляды, вот. На нее. Еще очень рекомендую вот книгу, я только что ее закончил, как раз написал рецензию в наш внутренний Slack-канал. Кстати, у нас в компании есть такой принцип, или как такая традиция, или программа, это бонус за книгу. То есть мы платим сотрудникам бонусы за прочитанные и отрецензированные книги. А за сколько знаков рецензии тоже там думаю, значение, или нет? Мы не меряем, но да, это не должно быть одно предложение. Да, это должна быть отрецензированная, не художественная книга, любая, бизнес, социология, там, политика, история, научпоп, что угодно. Ну, это помогает людям развиваться, в принципе, делиться опытом с коллегами. Вот, так вот, прочитал отличную книгу не бизнесмена, а вот шахматиста Гарри Каспарова про стратегию, тактику принятия решений. Называется «How Life Imitates Chess». Всем очень рекомендую. Круто. И третье. Ну вот Бен Горовиц «Hard Things About the Hard Things», да, есть в переводе. Тоже книга, которая вот всю правду рассказывает про стартап-мир. Что, серьезно, все так, как там описано? Да, очень. Все. Ты читала? Читала, да. Мені дуже сподобалось насправді. Mm-hmm. Я, власне, не маю свого стартап-бізнесу, mm-hmm. але мені здається, що воно плюс-мінус все те ж саме. Мені було дуже цікаве читання. Да. Особливо розділи там про людей, управління, як звільняти людей. Там дуже да. цікаво. І четверта? Я думаю, це вже в приватній розмові. Можна спитати. А скажи, в тебе є ментори? Чи колись були взагалі? К сожалению, нет. Вот. І на самом деле я очень хотел бы, чтобы у меня появился ментор. Вот, не знаю, кто это мог бы быть, может быть, кто-то из вас. Бен Хоровиц. Да, ну, как бы в Украине не сильно развит этот институт менторов. Не знаю, возможно, он как бы появится, но, в принципе, иметь ментора — это очень классно. Да. Да, часто люди про це кажуть. Yeah. А скажи, а які от переломні моменти в твоєму житті були такі, які тебе зробили, ну, тим, ким ти є, і от, не знаю, там, довели тебе до того місця, де ти зараз? Ну, я маю на увазі не тут, у Львові, в стартап-гранді, а взагалі. Ну, наверное, то, що я пішов, в принципі, учитися, а потім працювати одразу в технологічний бізнес, як би,
Это, по сути, сформировало направление моего развития дальнейшего. Наверное, вот это. Це такий найбільший, так? Да. Ясно. І в мене буквально останнє питання, і далі я буду давати як мікрофон вам. Скажи, от, якби ти не займався зараз тим бізнесом, яким ти є зараз, в якому ти є зараз, що б ти робив? Ну, яка от альтернативна реальність, уявімо, да? Тут є от YouScan, але тут є ти і от зовсім інша поле. У меня много есть идей, у меня есть такой файлик на телефоне, называется «Startup Ideas». А, на пенсии. Да, такой вот лист там из где-то 12 идей, да, которыми можно было бы заняться потом, когда-нибудь. Вот, но меня сейчас очень интересует тема альтернативной энергетики, в принципе, и, ну, там, солнечной энергетики, в частности. И, ну, я думаю, что это будет супер-супер как бы вещь, которая изменит очень сильно мир, да, то есть мы находимся в начале этого транзишена, вот, и это изменит много индустрий и изменит вообще политику и, ну, очень много аспектов, поэтому, ну, вот, мне было бы интересно заниматься этим, я думаю, что когда-нибудь я приду к этому. То есть у нас есть шанс побачити тебя в полях, например, и с солнечными панелями? Может быть, да. Круто. Ну, может быть, не с солнечными панелями, но там много есть потребностей и в IT-решениях в том числе. То есть это будет, ну, по сути, изменение всей там парадигмы генерации и потребления электричества, поэтому это очень интересная штука. Круто. Теслою Ніколою так віддає трошки. Все, тоді в мене немає зараз питань. В кого є із залу у нас питання? І так, перше питання пішло. Я буду роздавати зараз. У мене питання, на коли ви проводите бесіду. В якій якості, ну, от, під час бесіди, на які ви якості звертаєте свого співбесідника? І що він може такого вам сказати, що ви будете впевнені, що це людина, якого шукаєте? Окей. Ну, по разным позициям у нас есть такой как бы фреймворк, да, то есть подход определенный к тому, как тестировать людей. Вот, мы вначале составляем набор качеств, которые мы хотим видеть в человеке. Вот, там понятно, что есть, ну, просто какие-то технические навыки, да, такие hard skills, и очень большой блок soft skills, да. И по каждому из этих навыков мы как бы набор вопросов формируем, как мы будем это проверять, да, как мы будем узнавать, что человек, например, там, инициативен. Да, то есть обычно это примеры с предыдущей работы. То есть там, приведи пример, когда ты что-то изменил там, в процессах, да, когда ты там, придумал какую-то реальную инновацию, когда что-то ты внедрил новое. Да. Вот такого рода вопросы. И вот, наверное, так. То есть вот часть по soft skills, она очень важная, то есть мы, в принципе, большое значение этому уделяем и, ну, интересуемся не только, там, что человек в контексте работы там, умеет, а чем он живет вне работы, да, то есть какие у него хобби, какие у него есть интересы, что он читает. Вот это позволяет гораздо лучше понять человека, когда он раскрывается и начинает вот об этих вещах рассказывать. Помогает сделать выводы. Ну и плюс мы обязательно берем референсы, то есть мы берем контакты предыдущих работодателей и всегда-всегда получаем один, два, три фидбэка на человека, вот, коллег предыдущих, там, руководителей, партнеров. Тоже очень, очень интересно, позволяет иногда какие-то красные флаги выявить, а иногда, наоборот, подтвердить, что да, это классный кандидат. Коллег, его. Ну, кандидате. Дякую. Добре, там було питання ще і потім так, ту сторону. Таня, будь ласка. А поможіть, будь ласка, зрозуміти, чи ви технологічно інші від вашого, наприклад, українського конкурента Лукмі, чи там американського Стижена? Ну, тобто, я розумію, там позиціонування, ви чітко орієнтуєтесь на SaaS-продукти, але власне технологічно. Наскільки я знаю, Лукмі, вони там застосовують і алгоритми, і лише вручну, здається, люди не готують, як Угу. Ну, я не буду говорить про конкретных конкурентов, да. В принципе, да, мы как бы используем какие-то подходы общие, но под этим всем очень много деталей, да, то есть это как автомобили, да? У них есть у каждого четыре колеса, да, но есть Запорожец, там есть BMW,
і є, не знаю, КАМАЗ, да? То есть это совершенно разные как бы продукты для разных целей. Вот, и таким же образом отличаются там наш продукт от продукта, скажем, LookMe, которые, кстати, там наши партнеры и конкуренты. То есть мы с ними и сотрудничаем. И... Да. Да. Угу. Это очень эффективная аналитика, да, то есть это там действительно искусственный интеллект, который позволяет находить инсайты автоматически в больших объемах данных. То есть, например, у нас есть функция смарт-алертов в системе. Вот вам, как пользователю, не нужно, например, настраивать никакие сложные правила, чтобы система вам присылала нотификации, алерты о том, что с вашим брендом что-то в соцмедиа происходит автоматически. То есть искусственный интеллект, machine learning, там, эти модели, они выявляют аномалии. Например, произошел всплеск негатива, обсуждений, автоматическая нотификация. Какой-то влиятельный автор написал про бренд, нотификация. Вот такие вещи. То есть сложные технологии, которые, ну, кто-то декларирует, а у кого-то они по-настоящему работают. И они, ну, сложные в разработке. У нас техническая команда — это 16 разработчиков, действительно, мирового уровня, вот, которые помогают нам быть лучше конкурентом. А, еще раз повтори, пожалуйста. Чи пропускає ваш продукт якісь певні важливі згадки для клієнта? Якщо пропускає, то яким чином ви вирішуєте цю проблему з клієнтом? Тобто як ви йому комунікуєте, як ви кризові комунікації ставите? Чи є у вас такі випадки? Якщо є, то як ви це? Понятно. Ну, стопроцентного покриття невозможно, в принципі, обеспечить, да. Особенно сейчас, когда, ну, многие платформы ограничивают на самом деле доступ к данным, такие как Facebook, да, это логично и понятно. Поэтому мы не гарантируем клиентам, что мы найдем там 100% упоминаний, но важные упоминания, они всегда попадают в поле внимания, в результаты поиска, потому что они обычно, ну, они не локализованы. То есть они обычно имеют какой-то, ну, скажем так, эффект, какой-то след, шейры, ретвиты, и так далее, и так далее. То есть это информационная волна, которая распространяется. И даже если мы пропускаем какое-то индивидуальное упоминание, то все равно инфоповод не пройдет незамеченным для клиента. Окей, наступное питание. Оксана была там, и далее иду на задние ряды. У меня, скорее всего, два питания. Одна такая довольно провокативная, я люблю его задавать фаундерам. Что у вас нельзя украсть? Прям як на захисті робіт в бізнес-школі. Ні, це типу, це що важливо для кофаундера, і це маркер, що він ніколи не віддасть. Розшифруй свій вопрос. Що значить не можна украсть? Какой ваш advantage? Алгоритм, команда. Unfair advantage? Да. Окей. Наверное, это понимание потребностей клиентов глубокое, да, потому что у нас много клиентов, и они очень хорошо нам дают понять, что им нужно. То есть у нас глубокие инсайты, на самом деле, относительно того, как должен для них выглядеть продукт. Вот. И команда, да. То есть супер мотивированная, супер вовлеченная команда, которая прям живет продуктом, и там разработчики, которые в 3 часа ночи в воскресенье деплоят новый код, потому что им просто нравится это делать. Как бы это... Реальный адвентаж. Вопрос. Верите ли вы в акселерационные программы YouScan в Украине? Что государству надо сделать? Потому что сейчас с этим очень большие проблемы. Вот. Какой ваш рецепт? Ну, здесь сложные рецепты, на самом деле, как бы, чтобы построить такую экосистему, это нужен, да, не один год, и стабильная ситуация, там, и макроэкономическая, и права собственности, да, и юридическая система, и нормально работающие суды, да, и простота ведения бизнеса, то есть это не решается за один день, все, ну, как бы, есть положительные какие-то сдвиги в этом направлении, вот, но я не думаю, что там в ближайший год что-то принципиально изменится, над этим надо работать долго и всем, да. Венчурный рынок, ну, в Украине он как таковой, ну, как бы, почти не существует, да, то есть какие-то проблески, да, но понятно, что это не массовая история. И украинский рынок сам по себе небольшой, да, для запуска проектов на локальный рынок, и понятно, что нужно запускать проекты сразу с прицелом
Ну, если это такой стартап, рассчитанный на скейлинг, да, а не лайфстайл-бизнес, то на скейлинг на другие рынки. Вот, но главная проблема, на мой взгляд, это то, что у нас нет цепочки вот этих аквизишенов, да, когда, в принципе, крупные компании покупают более мелкие, чтобы приобрести технологии, команды, да, то, что придает динамику всей этой цепочке, когда выходит из акселератора какой-то стартап с идеей, которая там как-то валидируется, превращается в небольшой продукт, и его покупает там местный Google, Яндекс там или кто-то еще. Да, вот, ну, кстати, у нас таких вот нет этих компаний, по сути, наверное, которые готовы покупать. Ну, были какие-то сделки, когда Prom.ua там кого-то покупал, но не массовая история. Ну, значит, треба почекати, поки в нас виросте свій скайп. Да, да. Потім все буде пучком. Да. Окей, ще питання. Так, ззаду, так, і потім оця рука в клітчатій сорочці, я вас бачу. Так, будь ласка, ви. Ви казали, що шукаєте ментора, і сподіваєтесь зустріти краще ментора. Ну, на цьому етапі ти розумієш життя і бізнес. А чи ментора ти викупаєш особисто, чи ментора, чи зараз менторить? Да, ну вот, вот мы, да, с Лидой и Сашей вот встретились, да. Я был немного ментором в акселераторах или как инкубаторах, которые несколько лет назад были на рынке у нас. Это был Estlabs, это был Happy Farm. Да, я там участвовал, в принципе, общался с проекторами в качестве ментора, помогал им. Вот, и сейчас с удовольствием общаюсь в таком неформальном режиме. Это не какое-то формальное менторство, но... С удовольствием консультирую, если интересно, пожалуйста, всегда пишите. Чем могу, я всегда готов подсказывать и давать рекомендации в силу своего опыта. Так что надея есть. Девчонка. Я переглянула ваші цінності на сайті. Мені дуже імпонує, коли в компанії є такі речі і загалом на чому будується корпоративна культура. Хто визначав ці цінності, як вони приймалися? І чи ви їх поширюєте на консомні, там якби на ринку, так, серед кандидатів і тому подібне, і чи ви їх якось поширюєте, обговорюєте всередині? Процесс формирования нашей культуры таким образом выглядел. Я сформулировал для себя вот несколько лет назад, я понял, что наступил момент, когда нам нужно формализовать, да, какие-то принципы общей работы, начали быстро мы расти, количество людей стало увеличиваться. Я сформулировал для себя принципы, которые я считаю для себя лично, какие-то мои ценности там, внутренние, важными, и какие-то принципы, которые помогают нам развивать бизнес, и какие я хотел бы видеть в своих коллегах. Я вот эти штуки вынес на внутреннее обсуждение. Нас на тот момент было, ну, человек, наверное, 30, там, 2 года назад. И собрал фидбэк от всех ребят, спросил у них, какие вот из этих ценностей, которые я сформулировал, вы считаете, импонируют вам, какие важные, а какие вы считаете, что, ну, вторичные, и, может быть, нам не стоит их включать в принципы своей культуры. И вот, переосмыслив этот весь фидбэк, я, по сути, сформулировал этот набор принципов. И за каждым, вот если вы посмотрите презентацию нашу, этот Culture Deck, там за каждым из этих принципов описано, почему он важен и как он выражается в наших бизнес-процессах, например. Вот, поэтому мы стараемся не только это декларировать, но и использовать в работе, в ежедневной. И чем поширили? Ну, да, мы их распространяем, в принципе, на все бизнес-процессы. Вот сейчас мы внедряем, например, систему OKR-ов. Это такая система цели постановок, фактически. Знаете, не знаете про OKR? Ну, я думаю, кто не знает, давайте так, руку поднимите. Так, можно, в принципе, сказать. Да. Ну, это система постановок целей, которую популяризировал несколько лет назад Google. И она такая достаточно простая и эффективная. Она состоит в том, что... Ставятся цели на уровне компании, и каждой цели есть набор ключевых результатов, по которым можно измерить, достигнута ли эта цель. И происходит декомпозиция этих целей всей компании на уровень отделов, иногда на уровень даже отдельных сотрудников. Это позволяет отлично, ну, всем коммуницировать внутри друг друга, понимать, кто чем занимается, ну и расставлять общие приоритеты. Вот это один из элементов, например, того, что... Один из наших принципов работы — это прозрачность, транспарентность, открытость. И, вот, например, внедрение этой модели OKR, оно позволяет всем прозрачно видеть, чем, кто занимается чем из других команд. Да?
У нас открытые внутри метрики, то есть у нас все ключевые показатели, включая финансовые метрики, они открыты всей команде. У нас есть большой дашборд, в котором каждый может посмотреть, сколько у нас сейчас клиентов, какой у нас отток, какой у нас revenue, какой у нас там, стоимость привлечения клиентов. Да, то есть весь набор вот таких вот SaaS метрик управленческих и финансовых, он тоже открыт для всей команды. Ну, так, ще питання? Скажіть, будь ласка, топ-5 рекомендацій розвитку B2B SaaS в Україні. Так, зараз список номер 1, подумаю. Зараз так курс разом. А чому в Україні? Що значить в Україні? Ну, в Україні все-таки мало продуктів, але вони є, та? І вони досить великі, якщо їх там взяти, там, SaaS, наприклад, там, той самий From.ua, ну, по того вони є все-таки SaaS. Ну, цікаво, які ваші рекомендації розвитку SaaS-продукту, B2B SaaS-продукту? Ясно, що всі рекомендуєте зразу англомовний ринок, грубо кажучи, але Україна є Україна. Тобто, що робити, якщо орієнтувати продукт на локальний український ринок, так? Угу. Ну, все, ви ж тут також з номер 1 стали, навіть СНД. Так, так, так. Я думаю, що, що ну, перший, ну, 5 тут можна формулювати, але перший – це визначити цільову аудиторію дуже, дуже прискіпливо і дуже точно для себе. Тобто, хто буде клієнтом, да, ну, якщо в Україні, якого типу компанії. Ну, це, в принципі, універсальний рецепт для будь-якого бізнесу, мабуть, але дуже, дуже важливо в Україні, тому що якщо там, ти виходиш на американський ринок, в принципі, там ну, клієнтів на 4 порядки більше, да, і в принципі можна, можна багато експериментувати там, з різними сегментами, залучати різних клієнтів. Тут просто ну, менше потенційних клієнтів, тому треба фокусуватися, мабуть, на комусь відразу. Думаю, що так. То перше. Давай поспілкуємось ну, більш детально з урахуванням специфіки саме твого бізнесу. Так, бо це таке досить загальне питання. Мені здається, тут треба про конкретний кейс говорити. У нас буде ще кава перерва. Олексій, нікуди не йдеш, ні? В мене багато часу, так що спитати можна все. Так, ще там питання. У мене виникло питання. Дякую, прошу Олексію, за відповіді на запитання. Друге, коли приймаються рішення в вашій компанії, стартапі, як вони приймаються? Ну, тобто, чи це є доволі централізовано до вас, чи ви остаточна людина, яка затверджує це рішення або приймає його? А друге, які рішення ви приймаєте автоматично, тобто ви не потребуєте якоїсь паузи для них, а на які треба от зупинитись, наприклад, взяти там паузу в 2 дні і дуже, дуже добре про них подумати? Бо це важливо, насправді, в менеджменті якось швидкість прийняття. Так, дуже, дуже важливо. В нас один з принципів культури, да, який в тому числі виражається в тому, як ми приймаємо рішення, це право на помилку. Да, тобто ми мотивуємо всіх співробітників швидко приймати рішення і не боятися помилятися фактично. І звичайно, що ну, через мене не проходять всі рішення. Да, тобто коли нас було менше, звичайно, я включався в багато дискусій, там, в обговорення, в прийняття рішень. Зараз це відбувається досить автономно на рівні відділів відповідних. А якщо деякі рішення потребують такого більш, більш загального погляду, то в нас є лід-тім команда, це фактично керівники відділів продажу, маркетингу, підтримки клієнтів, customer success, розробки продукта, де ми збираємось і обговорюємо такі речі, стратегічні, скажімо так. І, ну, звичайно, що є там різні, різні типи рішень, да, де ціна помилки не досить велика, і такі рішення, звичайно, що треба приймати дуже швидко, дуже швидко. Це дозволяє швидко рухатися вперед. А є стратегічні рішення, які треба насправді, навпаки, відкладати і не торопитися з їх прийняттям. І їх треба розрізняти. І це такий арт, фактично. Ну, це не наука, да, як розрізняти ці рішення.
Але загальний принцип – це ну, швидкість, звичайно. У мене тоді по цьому є таке питання. От в Україні помилка – це щось страшне. Ну, реально, в нас там ти зробив помилку, це комплекс цього відмінника. Ну, не цінується в компанії зазвичай. Ти сказав, що якби толеруєш та, цю швидку помилку. А були в тебе випадки, коли твій співробітник зробив ну реально велику помилку? Ну, ну капець просто, все. І як ти на це реагував? Ти цю людину вважаєш, що треба звільнити, чи ти інвестував ці гроші просто в розвиток цієї людини? У нас було, були такі, такі помилки, коли, наприклад, помилки в бухгалтерії у нас навіть були, коли нам прийшлося сплатити досить великі штрафи, там, да, десятки тисяч доларів насправді. Ну, окей, десяток тисяч доларів. Людина харчувала сміливою, та наступний рік? Ні, насправді, насправді це одна з ключових людей, яка... Ну, не було ніякого покарання за помилку. Тобто я розумію, що це було. Ну, це ціна, ціна руху вперед, швидкого і навчання. А от як правильно реагувати? От уявімо, да, там, ну, навіть не уявімо, от коли ти керівник, в тебе люди вибачають, покаплять інколи. І як ти на це реагуєш? Ну, тобто, ти там людину відчитав і сказав, що окей, іди з помилкою, чи там сказав ні, так не роби, будь ласка, все нормально. Це залежить від того, наскільки це системна, по-перше, помилка. Тобто, якщо це помилка, яка повторюється там, кожного тижня, то, звичайно, що це вже не помилка, а це дурість просто. Да? Тобто, ну, да, ми інколи звільняємо людей, але не просто за там, одну якусь конкретну помилку, а за, в принципі, просто ну, підхід до роботи. Ну, таке буває, це нормально також звільняти когось. А, якщо це помилка, яка в процесі... спробування щось нового допущено, да? Чи коли треба було швидко приймати рішення в умовах там, недостатніх даних, тоді це ну, адекватна помилка, яку ми толеруємо. Звичайно, що це неприємно. Да? Мені, я такий перфекціоніст, мені хочеться, щоб все було ідеально, але ну, так не виходить, і це нормально також. Добре. Так, і ще я пропоную два питання, і перепрошую, а наступне питання вже там на паузі. Розкажіть про свої, там, не знаю, не свої, а стратегічні якісь рішення компанії, там, зайшли не на той ринок, чи щось по тому, виставили велику ціну на продукт і... Ну, ось у нас фактично такий великий факап, в тому числі мій, насправді, мабуть, це другий продукт, який ми почали розвивати. Це продукт у нас є під назвою «Лідсканер». Да, це такий продукт для маленького бізнесу, фактично, який дозволяє знаходити клієнтів в соцмережах. Тобто люди в соцмережах багато пишуть там, порекомендуйте щось там, їду до Львова, який там класний отель, там, чи збираюсь у відпустку кудись там, порекомендуйте турагенцію, чи щось таке, чи потрібен там сантехнік для дому. Це фактично ліди, ліди для відповідних бізнесів. Ми побудували такий продукт для того, щоб маленькі бізнеси за допомогою нього знаходили собі клієнтів в соцмережах. Але ну, от це така була ну, фактично не то, що помилка, але невдалий експеримент, я б сказав, на даний момент, тому що в нас не хватило фокусу, не вистачило фокусу, щоб розвивати ефективно цей інший продукт. Він існує, він запущений, там є клієнти, там є ревеню, але він не зростає настільки швидко, як нам хотілося б. І ну, оце такий приклад того, як я недооцінив фактично ресурси, необхідні на розвиток іншого продукту. А тобто потреба є на ринку, бачите, ви можете сфокусуватися? Да, ну в нас є основний продукт, в який ми вкладаємо зусилля, отримуємо результат просто бізнесу, і у нас є інший маленький продукт, який для іншої категорії клієнтів. Тобто, якщо у нас основний продукт – це для великих брендів, це такий B2B, то цей продукт – це більше такий B2C. Це інший маркетинг, там немає таких, такої синергії. Да? Тобто, нам ну, не одні ті ж клієнти, в нас немає такого крос-маркетингу. Тобто, треба свою команду, свої ресурси, там, своя технологія. Фактично, як стартап в стартапі. Да. І ну, ще один приклад того, що без фокусу повного важко дуже і проекспериментувати, і навіть важко сказати, чи не йде тому, що
в принципі не йде, немає ринку, чи не йде тому, що не вклали достатньо ресурсів. Тому ми зараз цей проєкт продаємо, насправді є там декілька компаній, які зацікавлені купити його зараз і розвивати самостійно. Такий бізнес на виріст для когось. І останнє питання, так. Ви багато сьогодні згадували свою команду, помітили неділю зранку. Це цікавить, які підходи, можливо, стратегії ви використовуєте для мотивації команди, судово, можливо, технічних людей. І якщо вже згадали OKR, чи можете ви назвати якісь об'єктів, які результати, які зараз стоять в компанії, якщо це не закрита інформація? Окей. Які ви інструменти для мотивації використовуєте? Ну, от ви розказували про книжку, у вас є бонус, і бонус, що таке? Це вже півтора питання, але... у нас ну, взагалі в мотивації, да, в теорії мотивації є там декілька таких шарів цієї мотивації, да, це такі мотивація гігієнічна, да, це достатня зарплатня, там ринкова, це комфортне робоче місце, да, це те, що робить твою роботу, ну, в принципі, непоганою, да. І є там екстра мотивація, яка робить роботу класною, такою, що ти любиш. Да? Тобто для технічних спеціалістів, наприклад, ну, спитали про технічних спеціалістів більше, це складні задачі, насправді складні. Тобто, ну, продукт, там, якому немає, в принципі, адекватних аналогів, де приходиться весь час щось вигадувати, тобто знаходити нестандартні рішення, розробляти нові технології, тобто не копіювати просто те, що є на ринку, не робити там ще одну там CRM-систему, да? А, ну, дійсно робити інновації. Те, що можна отримувати фідбек дуже швидко від клієнтів, да? Тобто в отличі от російської так буде нормально. Тобто, на відміну від там аутсорсингу, да, де в принципі, ну, розробники продукту, вони, ну, далеко знаходяться від кінцевих користувачів продукту, да. В нас фідбек клієнтів, він дуже прозорий, тобто в нас, наприклад, NPS ми вимірюємо, да, тобто задоволеність клієнтів, Net Promoter Score, і фідбеки, які пишуть клієнти, вони йдуть прямо в Slack-канал, тобто їх бачить вся команда, тобто що сподобалось клієнтам, що не сподобалось. Це дуже прозоро. Немає дистанції між Customer Success відділом, тобто тими, хто працює з клієнтами кожен день, і йде в командою. Тобто це одне фактично велике приміщення, і люди весь час спілкуються. Тобто це технічних спеціалістів дуже мотивує, що вони бачать результати своєї роботи. Сьогодні вони зарелізили цю фічу, завтра вони фідбек, негативний чи позитивний, отримали від реальних живих клієнтів. Ось. Ну, а в принципі для всієї команди багато елементів мотивації. Це і те, що ми допомагаємо людям рости. Тобто ми оплачуємо конференції, навчання, онлайн-курси при потребі. Ми платимо бонуси за прочитані книги. У нас нелімітована відпустка в компанії. Тобто... Така реклама. Така... Реклама. Віахайрінг, так. Тобто можна піти в відпустку, в принципі, в будь-який час, на будь-який період часу, коли потрібно, щоб повернутися свіжим та ефективно далі працювати. Тобто ми не трекаємо, скільки люди беруть відпусток. Ми проводимо класні ретріти, там, веселі. Ось ми їздили на барабани буквально там 2 тижні тому. Це було таке drum circle, де ми на африканських барабанах всі грали. Такі штуки. У нас pet-friendly офіс, тобто декілька людей приводить собачок дуже прикольних до офісу. Як боритися з перегризанням дротів, якщо не секрет? Не гризуть поки що. Не криси. І зуби на не пацюки. Да. Да. Тобто ми, для мене це важливо. Я хочу, ну, ходити на роботу як додому, фактично, да, щоб було комфортно, класний офіс. Ну і всі співробітники відчувають також це. І об'єктів, якщо можна, що це? Об'єктів.
Ну, один із об'єктивів у нас – це improve customer retention. Да, тобто це те, що в нашому бізнесі зараз не ідеально. Да, нам хотілося б покращити утримання клієнтів. І під ним є у нас два ключових результати. Це на рівні компанії. Да. Це утримувати NRR-метрику, це утримання revenue, net revenue retention, кращу, ніж X процентів в місяць, не скажу скільки. Ось, і підвисити інший ключовий результат – це підняти Net Promoter Score клієнтів до 60%. Зараз приблизно 50 він. Ну, і в мене, власне, останнє-останнє питання, там уже стоїть. А, ну, і ще один приклад. Тобто в нас ціль стоїть виход на зарубіжні ринки, і один із об'єктивів цілей на цей рік – це зайняти серйозну позицію на зарубіжних ринках і під ній два ключових результати. Це отримати більш ніж 20% ревеню від продаж на англомовних ринках. І другий ключовий результат – це отримати огляд продукту в авторитетному якомусь виданні чи вивченні ринку зарубіжному. От так, по такому принципу. А далі це і декомпозиція на вже цілі відділів, які допомагають досягнути цих результатів. Ну і завершальне питання, яке я ставлю абсолютно всім, хто стоїть в цьому кріслі. Скажи, от повертаючись в 2009 рік, та, що би ти сказав собі, от ти пройшов вже довго, досить дорогу, 9 років, що би ти сказав собі таке на той момент, коли ти тільки входив в цей бізнес, щоб тобі полегшило це життя, ці 9 років? Галуся, держись, буде тяжело, но весело. Супер. На цій мажорній ноті, Олексій, хочу тобі дуже подякувати за те, що ти прийшов до нас і поділився своїм досвідом. І, власне, вам за те, що ви зараз тут знаходитесь. Дякую, Оксана. Дякую.